1 ноября свой профессиональный праздник отметят стражи закона. Те, кто ежедневно обеспечивает порядок деятельности судов и исполнение их решений. Сегодня судебные приставы принимали поздравления. Ряды судебных приставов Чувашии насчитывают 8 сотен сотрудников. Если перевести показатели их деятельности на язык цифр, то результат будет весомый. За 9 месяцев 2014 года благодаря усилиям судебных приставов обеспечилась безопасность во всех судах Чувашской республики, как и предыдущие годы. Взыскано судебными приставами более 3,5 миллиардов рублей в пользу различных взыскателей. В пользу бюджета из них около 1 миллиарда. Это налогов около 600 миллионов. В пользу пенсионного фонда более 200 миллионов. А также мы с вами заставили, принудили заплатить административные штрафы более 160 тысяч правонарушителей. Взыскали из них около 100 миллионов рублей. Как признаются сами сотрудники, службу нести нелегко. Но профессия несет в себе высокую миссию – восстановить справедливость и дать понять гражданам, что в случае правонарушения наказание неотвратимо. Если человек год, два, три поработал у нас, это уже бесценный кадр для правоохранительных служб, как для полиции, как для прокуратуры, так и для судов. Поэтому молодежь, которая оканчивает институты, смело приходите к нам. У нас богатый, опытный коллектив, у нас есть все такие возможности, где себя проявить, потому что наша служба многогранна, сложна, но в то же время она, я считаю, служба государственная, нужная, необходимая. В этот праздничный день приставы Чувашии получали награды от различных министерств и ведомств. В свою очередь, руководство управления поблагодарило и тех, кто плотно с ними сотрудничает. Среди награжденных оказался и наш коллега с национального радио Чувашии Родион Архипов. Ему, как участнику всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности службы судебных приставов в средствах массовой информации, вручили благодарственное письмо. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.